На полигоны Южного военного округа для боевого сглаживания отправились мобилизованные. Личный состав полностью укомплектован всем необходимым обмундированием. По инициативе Волгоградского Роспотребнадзора заблокированы 4 сайта по дистанционной продаже табака. Доступ на интернет-ресурсы был свободный, в том числе для детей и подростков. В Волгоградском областном онкодиспансере проведут капремонт химиотерапевтического отделения. Какие новшества появятся в палатах, читайте на информационном портале mtv.online. На братскую могилу у Вечного огня возвращают гранитную облицовку. Подрядчики приведут в порядок мемориальную надпись и барельеф, уложат плитку на площадке у памятника. 2 миллиарда жителей планеты страдают ожирением. О последствиях избыточного веса читайте на нашем сайте. Как стать добрым волшебником для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и пожилых граждан в рамках благотворительной акции «Елка желаний» узнаете на портале mtv.online. Читайте также, где в Волгоградской области отключат газ с 28 по 30 ноября. Самый популярный способ мошенничества в мессенджере Telegram и как мужчина неожиданно воскрес, чтобы оплатить долги. Об этом и не только читайте на информационном портале mtv.online.